Я занимался музыкой, писал, что-то кому-то пел. Мне сказали, попробуй пойди. Ну вот, попробовал. Может быть, когда-нибудь темной ночью во мне твоем увидишь ты вампира. Знаешь, что это я пришел к тебе, родная, под влиянием эликсира. Это тот случай, когда у человека есть дар. Вот он, можно сказать, помазан. Помазан этим медом, талантом. Мы тобі зразу кажемо, ти виступаєш у якості запрошеної зірки. Ти в фіналі 5 січня 2013 року співаєш свою нову хітяру. Спасибо! Ні, дійсно вже проходимо. Какой бы магазин ни зашел, какой везде спрашивают, когда это вот уже гала-концерт, и когда уже он будет, и когда ты выступишь. По-моему, это один из наяскравейших конкурсантов за все три сезона. Я попал в новое место. Мне и как-то и интересно, и непонятно вообще. Хожу, ознакомливаюсь, поспрашивал. Насчет столовки спросил, какой график там выездов, репетиций. Вова, здравствуйте. Здравствуйте. Говорит, Вовчик, давай со мной на «ты». Ну, песню я приготовил даже и не одну. Надо смешную брать, смешную. Смешную, да, Сергей Васильевич, да? Очень смешную. Думал, мечтал когда-то, что может, когда-то что-то я в жизни вот где-то проявлю себя. Конечно, и хотелось бы, и хочется. Ну вот что вот действительно мне дадут шанс, я, конечно, был счастлив. Фактор. Спасибо. Ой, Володю, вам же пору свій альбом випускати. Що не пісня, то хіт. Про Чупакабру, про вампіра, тепер от про Шрека. У нас таке вперше в історії, що без кастингу і на гала-концерт. Я дуже благодарен X-Factor'у за те, що дали такий мені шанс. Спасибо вам, уважаемые судді. Спасибо огромное, X-Factor. Благодарность. Я не знаю, такого не было. Ну, ой, як вас розхилитало, Володечка. Тримайте себе в руках. Цікаво, що... Вам цікаво, до речі, що скажуть про ваш новий хіт наші судді? Іро?
Відчуваєш конкуренцію? Наступають на п'яти, відбирають хліб. Я просто чувствую, что меня практически подсиживают как автора. Не побоюсь этого слова. Владимир Герасименко. А что вы в глаза мне не смотрите? Двойку получили? Вы пятерку только что получили. Вы их бачите? Конечно, вижу. А, я здесь. Вот она я. Задышка просто чуть-чуть. Так вот. Весь этот скучный, неинтересный третий сезон я ждала финала и вас. Шутка была про скучный сезон, но вас я действительно ждала. И вот думаю, ко мне или к вам придут какие-нибудь известные артисты заказывать тексты для песни. Ногти грызу. Дякую, все зрозуміло с тобою. Сергію? А мне очень по душе этот репертуар. Это то, что я называю X-фактором. И для меня это во многом эталон того, что должен делать артист на X-факторе. Играть, юморить, веселить людей, дарить им счастье, радость. Понимаете, надоели страдания, сердце растерзали, там, мама дорогая, прости меня, понимаете, и все, какие-то муки адские. И после таких песен, а жизнь не так трудна, хочется просто пойти и повеситься. Поверьте. Чего? А вот когда вот это, сколько энергии, в основном сейчас страдальческие песни. Нет. А ты мою процитировала, между прочим, для 3D, которую я записала. У нее много игровых, это сейчас не о ней речь. И вот Володя, посмотрите, играет, прыгает, сколько энергии. Вот он, и мне хорошо, столько силы. Потрясающе. Не надо балета никакого, обратите внимание. Один человек на сцене, и все сходят с ума. Сам танцую, песня... сам пою, сам билеты продаю. Да, песня ни о чем. Был человеком, а сейчас превратился в Шрека. Ну и что? Это про вас после 7-го эфира. Это праздник. Хочется подурачиться, хочется повеселиться. Понимаете, в жизни очень много серьезного, грустного и даже печального. А сцена должна заряжать, вдохновлять. Веселись, Сереженька, выиграл все равно Кондратюк. Про Сергея Соседова есть твоя песня? Володя, просто чудо в этом смысле. Вова, продолжайте в таком же духе. Вы настоящая чупакабра. И у вас есть волшебный эликсир. И дарите этот эликсир людям, неважно где, на сценах, в клубах, на верандах, дома, у околицы сельской, где угодно. Пусть вас слушает, не знаю, 100 человек, 50, пусть слушает вас 10 человек, и они получат от вас радость и счастье, и вы будете от этого только счастливы. За сказанное. Дякую. Спасибо вам. Дякую. Серега, тебе надихнуло? Володя, вот из нас мало кто помнит, что ты помимо музыкальной своей деятельности еще занимаешься пчеловодством. Ты на пасеке ведь работаешь. Ну, я помогаю отцу. Ну, не скромничай. Ты старший помощник главного пасечника. А я думаю, что ты так ходишь весь час? Я вот и думаю. Ты босый, напевно, на пасеке, боишься наступить. Вот бы меня так ужалило. Чтобы из меня так перло. Вот ты постоянно пишешь песни про каких-то вот чудовищ. Про каких-то упырей, вурдалаков. Вот скажи, а ты не мог бы про кое-кого из членов жюри тоже написать... Ну, про кого? Она поедет. Если да, то про кого? Володя, это намек на меня, на меня. Надо подумать. Володя, на самом деле, ты очень позитивный человек. Я даже скажу тебе больше, ты человек-батарейка. Именно поэтому Сергею Соседову захотелось подержаться за тебя. Подзарядиться позитивом. Да, именно так. А в наше время это очень большая редкость. Тем более на сцене. Дякую. Спасибо. Игорю. Ти вивчив вже текст нового хіта? Я згоден з усім, що сказали... Ні, підожди секундочку. Я згоден з усім, що сказали мої колеги. Можна сказати, забрали мої слова всі втрьох. Украли мої коментарі. Украли коментарі. Це два перекладачі у мене з'явилися. Після того, що произошло в прошлому ефірі, ми з тобою, не колеги. Значить, дивіться. А мене не було, що ли, в прошлому ефірі? А ні, ти вже старший розмовляє.
Вообще. Значить, Володь, у мене запитання, як, ну, нормальне запитання. А чому про Шрека? Чим цепанув? Не знаю, так от мені... Просто песня про охоту, про чоловіка, який попав в кіну, зелений. Ну, так от мені пройшли ті... І пиджак був підходящий. Ага, розумів. А скажи, будь ласка, а тебе кінець світу, того, який не був, не цепанув? У тебе немає пісні про кінець світу? Ні, я не писав. Ні? А то б я согласен з Серегою, треба було б репертуар сусіда скинути, щоб та він співав би його. Все вийшло класно, мені здається. Спасибі, що ти приїхав. До речі, а ти де живеш? Полтавська область, город Лохвиця. Лохвиця, привіт всім. Лохвиця повинна пишатися таким великим автором, як ти, який знаєш... написав, я так розумію, вже 121-ю пісню, правильно? Да, більше мене там чуть-чуть. Ну, є. Весело там живеться. Дякую, Ігорю. Спасибо. Володя, натхнення вам, легкої рими. Чекаємо нових хітів. Удачі вам. А це був... Спасибо. Володимир Герасименко. Спасибо.